обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Надо создать. Диалог надо вести широко. А чтобы вести широко, надо всем губернаторам, если не подключится губернатор. Слушайте, какой может быть диалог на уровне области? Если не подключится к этому правительство, высшие должностные лица, президент, в конце концов, на самом высоком уровне, какой диалог? Поэтому я абсолютно сегодня убежден и сам готов начинать эту работу снизу.